В областном кардиодиспансере открыто отделение для реабилитации больных. После капитального ремонта лечебницу посетил губернатор Михаил Минь. Здесь восстановительное лечение будут проходить больные со всей области. Те, кто перенесли инфаркт или тяжелую операцию на сердце и сосудах. После операции все у нас в кардиодиспансере, после инфарктов частично у нас, частично по месту жительства, там, где это уже возможна реабилитация в домашних условиях. Бывает ситуация, когда нужно дома реабилитироваться. Обновленное отделение располагается во втором корпусе диспансера. На капитальный ремонт, покупку современного кардиооборудования и мебели было потрачено 86 миллионов рублей. Приобретено, конечно, не все, но самое необходимое для эффективного восстановления пациентов имеется. Честно говоря, мне очень палаты понравились, да, потому что я, как и любой другой гражданин, к сожалению, тоже бываю в больницах, и в разных больницах, и в Иваново, и в Москве в свое время часто лечился, и знаю то, что разный уровень бывает. Здесь абсолютно серьезный столичный уровень тех палат и тех комфортных услуг, которые предоставляются для наших пациентов. Николай Железняков в больнице лежит второй день. В конце прошлого года мужчина перенес инфаркт. На реабилитацию отправили в кардиодиспансер. Не больничная, а скорее домашняя обстановка учреждения пациента приятно удивила. Уютное помещение. Здесь санитарная комната и душевая. Все удобно очень. Персонал тоже хороший, внимательный. Стоит отметить, что период реабилитации – этап очень важный. Раньше, говорят медики, после сложнейших операций пациентов выписывали с еще не затянувшимися швами. А теперь есть возможность выздоравливать под пристальным наблюдением врача. Для жителей Ивановой области в кардиодиспансере все услуги бесплатны. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.